Меня зовут Вика, приехала из Украины, из Одессы в город Щецин. О университете в УСБ узнала с интернета, реклама была повсюду, и сразу кликнула на зарегистрироваться, и все, и так попала. Меня зовут Алина, я приехала из Одессы, из Украины. Я учусь с 2015 года в университете в УСБ на магистратуре. Выбрала специальность управления производством на отделение заочном. Поступила на обучение заочное на магистратуру, специальность педагогика. Мне очень понравился город Щецин, поскольку очень схож на мой родной город Одесса. Он немного больше, но спокойнее, поскольку меньше людей, мне это очень нравится. Работаю я в детском саду ассистентом воспитателя. Мне очень нравится, и в дальнейшем планирую остаться в детском саду и продолжить работу с детьми. Так как учусь я на заочном отделении, это позволяет мне еще и дополнительно работать. Мне это очень подходит, поскольку я чувствую себя самостоятельным человеком. Приехала в Польшу 2 года назад, и мой польский язык, конечно же, был не на высшем уровне. Но как только получила работу, сразу же потихоньку-потихоньку начала вливаться в коллектив. И, конечно же, уже было немного легче. Благодаря детям начала разговаривать на польском языке. После окончания университета я планирую продолжать обучение с магистерским дипломом. Это будет намного легче, и это откроет мне больше дверей в жизни. Скоро уже будет защита диплома. После защиты планирую остаться в работе с детьми и в будущем хотела бы открыть свой детский сад. В университете в УСБ очень нравится, как проходят лекции, как проходят семинары. На семинарах постоянная работа в группах, что позволяет охватить большой объем материала. И, конечно же, в УСБ открывает много возможностей, организовывается много конференций, и это очень привлекает студентов. Всем советую поступать в университет в УСБ в Щецине. Он не оставит вас равнодушным. Советую всем приехать в УСБ, поступить в УСБ, и это будет очень-очень хорошая возможность в будущем.